Буквально на днях в Санкт-Петербурге завершился чемпионат Ассоциации спортивных студенческих клубов России по мини-футболу, на котором была определена лучшая в стране студенческая футбольная команда. Северная столица страны приняла финал, приуроченный к Кубку Конфедерации 2017, так что можно смело сказать, что город на Неве на несколько дней превратился во вторую после Казани спортивную столицу, а гимн футбольных болельщиков и известные многим кричалки в поддержку нашей сборной слышны повсюду до сих пор. Какая же студенческая команда по мини-футболу стала сильнейшей в стране, а кто останется в аутсайдерах финала чемпионата АССК, уже давно не секрет. Мы в очень упорной тяжелой борьбе одержали победу 3-2, а финал, как уже по традиции, для нас казалось очень легко, и мы финал одержали со счетом 5-0. Позади долгие тренировки и огромное волнение перед финалом. Студенты, вышедшие на финишную прямую чемпионата АССК России, прошли серьезный отбор и стали победителями окружных этапов. Возможно, в будущем именно они попадут в сборную России по футболу и дадут надежду миллионам болельщиков на долгожданную победу России в мировых чемпионатах. Лично только у нашей команды на финале были такие болельщики, которые нам придавали сил, поддерживали. И, может сказать, благодаря им даже эта победа состоялась. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.